Привет, меня зовут Лиза, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет с вами продуктивный день со мной. В целом, день из моей жизни, влог такой небольшой. Я сейчас собираюсь пойти по магазинам. Мне там нужно купить продукты, еще в парочку обычных магазинов зайти, типа шоппинг мини. Вот, поэтому да. Приглашаю вас со мной, вообще приглашаю вас в свой день. Не забывайте, что у меня есть Инстаграм. Ссылочка на него всегда находится в описании под видео. И также я уже очень скоро открою собственный магазинчик Вилкшоп, поэтому ссылочка на него тоже будет в описании под видео. Я там буду продавать всякие изделия из глины. Я надеюсь, что вам понравится данное видео и приятного просмотра. Буквы задают оков. Это шорты Shein. Футболочка это H&M. Сумочка это Shein. Камеру туда положу. И обувь это Nike. Надеюсь, у меня еще камера не сядет, потому что у меня мало зарядки осталось. Давайте с вами немножечко прервемся на рекламную паузу. И спасибо платформе Perfin за спонсорство данного видео. Часто спрашиваете меня в Инстаграме, сколько и как я зарабатываю. И также достаточно часто поступает вопрос о том, как можно же все-таки заработать маленькому блогу. Всем кажется, что это невозможно, немыслимо, как-то недостижимо. Но это вовсе не так, и я сейчас вам расскажу почему. Perfin это CPA-платформа для блогеров, где можно сотрудничать с разными крупными рекламодателями, имея всего лишь 1500 подписчиков. Я еще нигде не видела такой прекрасной возможности для маленьких блогеров в плане рекламы. Ваш блог может быть любой тематики, самое главное это отзывчивая и активная аудитория. Давайте поговорим о плюсах Perfin. Первый плюс это возможность сотрудничества с крупными широко известными брендами типа Яндекс, Тинькофф, Сбермаркет, Пятерочка, МВидео и другие. Второй плюс, более 116 рекламных предложений, где не нужно ни с кем договариваться об условиях, вы просто заходите и выбираете тот, который вам нравится. Третий плюс, у вас открывается возможность неограниченного запуска, при этом не создавая какие-то свои продукты. А также вам всегда сможет помочь персональный менеджер, который всегда на связи и готов ответить на все ваши любые вопросы. Хочется отметить то, что когда у меня было 1500 подписчиков, я вообще не знала о существовании такой классной площадки. Я думала, что с такими брендами могут сотрудничать только блогеры-миллионники. И если бы я знала тогда при 1500 подписчиков, что у меня есть возможность работать с такими крупными брендами, я бы ни за что не упустила эту возможность. Так что если вы только начинаете развивать свой блог, но при этом хотите также развиваться в рекламных кампаниях, то welcome в Perfin. Они всегда вам там рады. Не забывайте, что ссылочка будет находиться в описании под видео, а мы продолжаем смотреть этот прекрасный Look. Я вернулась с магазина, и сейчас я вам буду показывать, что я купила. Взяла еще одни потом в картоне. Давайте пройдемся по продуктам, что я взяла. Помидорки черри. К сожалению, помидорки не были не по скидке, мне пришлось купить за полную стоимость, ну ладно. Салат, официон, хлебушек шакинской. Далее молоко, перец, на который я приклеила вот этот вот штрих-код. Авокадо, на который, к сожалению, штрих-код не приклеила, но я этот пакетик в дальнейшем использую, чтобы там хранить это же авокадо. Просто фаворит мой, это креветки, я обожаю креветки. И последнее, но не по значимости, яички, потому что я тоже люблю яички, я люблю делать яйцо пашот. Возможно, вы меня сегодня видели, как я готовила маковые оладушки, господи, это невероятно вкусно. И вот этот сироп, который я использовала, я его уже показывала в видео, что я ем за день, кстати, да. Может, выкинуть здесь где-то на подсказочку, вот. А шорты в H&M, я за них отдала 1000 рублей. Они вообще стоили 1200. Видите, они стоили 1200. Но я отдала 1000, потому что у меня был купончик еще на 200 рублей. В H&M в зеркале они как-то отвратно на меня смотрелись, но сейчас... Боже, они мне реально, они мне так нравятся. Они очень удобные, очень вот мягенькие, как раз-таки для дома, просто пушечка. Так, у нас тут 76% хлопок, 15% полиэстер и 9% вискоза, поэтому они такие мягкие. Мне, конечно, смущают вот эти выточки, типа в виде полосок. За это качество я готова просить им все. Вы спросите меня, Лиза, зачем тебе две пары шорт? Я в катоне взяла тоже, они серые шорты, размера L. Они стоили рублей 450, в общем, Денис на днях такие купил, они все. Сейчас по скидке были. Я, правда, не понимаю, за что тут 900 рублей до скидки, потому что качество есть, честно, ну, не самое лучшее. Но я их взяла, чтобы в них тренироваться. Вот, и для тренировки они, ну, в целом подойдут. Вот, сидят они примерно так, то есть достаточно обычно. Сейчас мы тут фигню оторвем. Вот, это эсочка, и, как вы можете заметить, у меня еще есть одни такие, это Дениса шорты. Вот, я их даже не мерила, просто сразу взяла эску, потому что у Дениса эска. Я говорю, для тренировок в целом нормально будет, за 400 рублей, ну, они... Я бы за них еще меньше заплатила, потому что качество реально не самое лучшее. Мы купили вентилятор, вот так вот он выглядит.
теперь у нас есть вентилятор. Вот, еще мне тут срочно немножечко надо будет убрать. Кайфарики, просто лежать и ничего не делать с таким вентилятором. А сейчас разберу продукты, переоденусь, посмотреть планы, отметить, что я уже сделала. И все, а потом плюс-минус начать заниматься делами. Мне надо поставить камеру, заряжаться. И в это время я буду монтировать видео, так как мне нужно сегодня снять уроки для курса, который я уже несколько дней не могу начать записывать, потому что мне очень не хочется. Из-за что-то мне жарко очень сильно в доме сидеть, но сейчас у меня есть вентилятор, это все спасает. То у меня все болит, потому что цикл... Большое спасибо. Спасибо, что я родилась девушкой. Из-за этого они сдвигаются, сдвигаются, а сдать их нужно до 25 июня. Сегодня, на минуточку, 17 число уже. То есть, вы понимаете, это неделя. Неделя, да? 3, 5, 8 дней. Ага, вы подумали, что я вас закрыла. Нет, у меня камера замерзнет. Я закрою холодильник и оставлю ее там. Везли мороженое из самоката. Я там заказала. Очень, кстати, удобно. Потому что там бесплатная доставка от 100 рублей. Это очень клево. Вот. Я очень люблю. Именно это мороженое, Сникерс. Я очень люблю. А вот Баунти я не пробовала. Вот пока что в морозилку положу, потому что я скоро уже обедать собираюсь. Я не хочу себе, грубо говоря, перебивать аппетит. Когда захочу, тогда и съем. Мясо и размороженное. Либо креветочки. У меня постоянно вот одно и то же мясо, креветки. Ничего не меняется. Наверное, все-таки креветки сделаю, потому что их быстрее делать. У меня там, в общем, у меня боул будет. Всегда я ем боул. На обед я постоянно ем боул. В идеале еще бы рис сварить, но его варить 40 минут. Я думаю, я попозже сегодня его сварю, возможно. Я, кстати, монтирую видео, да, я уже начала там монтировать. Заряжается, я сейчас вот ее взяла, только чтобы вам мороженое показать. Думаю, я после обеда уже займусь съемкой уроков. Я сегодня только успеваю, что встречать доставки. Мне пришли трубочки. Очень клевые. Я давно уже хотела себе металлические трубочки. Я заказала вот с сезона такие. Они были по скидке. Я вам, если что, на них ссылочку оставлю. Я их покупала, по-моему, за 450. Причем тут их очень много, реально. В таком мешочечке, очень миленьком. Куча трубочек этих. Получается, здесь валик такой, чтобы их чистить. Получается, 4 вот таких зогнутых. Вогнутых, не знаю, как это правильно называется. 4 вот таких широких и 4 тоненьких. Короче, очень клевые, потому что я давно уже хотела, чтобы, знаете, так модно. От пластиковых трубочек почему-то воняет постоянно, хотя их очень хорошо промывают. Вот, видите, у нас там время уже 14:28, и я сейчас пойду готовить себе обед. Не буду вам показывать, как я его готовлю. Просто потом покажу, что у меня в итоге получилось. Я, скорее всего, буду кушать креветки, там, может быть, яйцо. Сварю себе пошот, кофе сделаю. Кофе я вам покажу, кстати говоря, как я делаю. Вот, так что да, будем кушать, сейчас будем кушать. Вот кофе получился, когда-нибудь я научусь делать рисуночки даже на пенке, но не сегодня. И, кстати, я сейчас из витаминов пью вот витамин D, такой вот, на iHerb'е заказывала. Ацетат магния, вот тоже на iHerb'е заказывала. Дорого, конечно, но полезно. Все, я кушать. Итак, рассказываю планы. У меня сейчас в планах 20-30 минутный отдых, потому что я наелась, у меня просто пузико
Вот так вот. Потому что, извините, было очень вкусно под вентилятором. Буду отдыхать. И после этого я решительно сажусь записывать уроки. Потому что, знаете, я же сижу такая, блин, ну может быть не делать, может быть видео помонтировать. Нет. И не знаете, не то чтобы мне не нравится их записывать, просто это тяжело из-за того, что ты тупо час сидишь вот так вот в одном положении и говоришь, говоришь, говоришь. У тебя язык потом просто отваливается, тебе жарко, тебе невыносимо ужасно. Господи, ты боже мой. То есть я могу это все в процессе как-то рассказывать. Я считаю, что если бы это обучение было офлайн, все было бы намного проще, но это просто тюрь, даже невозможно. Вот, поэтому да, отдых и потом работать, работать, работать. У нас время уже 7:30, я просто не верю, что я сняла наконец-то второй урок только. Вторую часть урока я наконец сняла, у меня тут вентилятор, микрофончик, тут я звук записывала. Мне бы в идеале еще третий урок снять, и возможно я это реально сделала, но я хочу сделать тренировку, поужинать потом еще. Мы делали историю, такую вот очень прикольную. Я очень много записывала, у меня камера даже успела разрядиться, мне приходилось заряжать, я ждала полчаса, чтобы она хотя бы чуть-чуть подзарядилась. Сейчас все файлы, скорее всего, на компьютер сразу перекину. Кстати, я вам забыла кое-что рассказать. Мы вчера с Денисом оформили просто заказ на Asos. Первый раз в жизни я заказывала на Asos. Asos. Не, пофиг, как произносится, короче. А мы заказали New Balance и кроссовки. Я вам не буду их показывать, даже фотки не буду вставлять, потому что я их как-нибудь потом покажу в покупках. Господи, я очень давно хотела себе New Balance. Конечно, не эту модель, но которую мы заказали, мне они все равно безумно нравятся. И сейчас мне, кстати, пришло сообщение от Pony Express, что мне там нужно заполнить данные. Я таможенного оформления, поэтому я пошла их заполнять. Взяла свой паспорт. Я так переживаю. Я боюсь, что они мне не подойдут, потому что я там посмотрела длину стопы, и как бы у меня ощущение, что они маломерят, потому что Денис взял 40,5, и ему вот мы там сверяли размеры как бы по длине стопы, они мы нормальные, а у меня 37,5 размера. Я всегда беру кроссовки 37,5. У меня ощущение, что они будут маленькие, потому что там стопа написана 23 сантиметра, а у меня 23,5. То есть, вы понимаете, стелька кроссовок 23 сантиметра. Но даже если они мне не подойдут, я как бы оформлю возврат тогда, и мне вернут все равно деньги. Намазалась. Как обычно, использовала что? The Body Shop. Баттер для тела. Он у меня тут уже, знаете, наполовину закончился. Я уже рассказывала вам о нем 500 раз. Мне его по бартеру присылали. И это реально продукты, которые я пользуюсь. И я сегодня хочу сделать такой эксперимент. Хочу сделать вот такую вот маску. Мне ее прислали в джумбоксе. Я вам о нем еще не рассказывала, но я уже очень вам о нем расскажу. Мне очень хочется поделиться, что они там такого прислали. А это маска против черных точек. Тут все написано, правда, на корейском, японском. Не знаю, если честно, какой-то язык именно. Скорее всего, корейский. Вот видите, вот так она выглядит примерно. Я буду носить не на все лицо, а только на те зоны, где у меня очень много вот этих черных точек разных. Я хочу поменять вот эти полотенца, знаете, чтобы они все были серые. Сколько ее держать нужно? Но чаще всего такие маски держат 15-20 минут. Я подержу где-то 10, я нанесу на нос и нанесу на подбородок. Я боюсь, если честно. Ой, смотрите, как она выглядит забавно. Вот так она выглядит. А, это, наверное, знаете, такие, как пленка. Блин, это реально, скорее всего, маска-пленка. Может быть, это не пленка. Я не знаю, как выглядят даже маски-пленки. Господи боже, какой из меня видеоблогер, вы вообще меня видели? Ну, вот тут она вроде бы... Или она пенится? Слушайте, вы видите? Я не понимаю. Она вспенилась. Окей, она вспенилась. Блин. Мне кажется, это выглядит очень забавно. У меня ощущение, будто реально на мне вот что-то пенится. Очень странное ощущение. И первый раз такое испытываю. Давайте сделаем фотографию на обложку. Блин, я радуюсь, как ребенок игрушки, потому что у меня никогда таких масок не было. Лиза и пенные маски. Смотрите. Как она вспенилась. Я в шоке. Давайте. Блин, я даже вам не показала до-после, типа, работает она или нет. Ладно.
Давайте смоем. Я не знаю, насколько стало много ли лучше, но я вижу, что черные точки, вот, например, они менее заметны стали, и нет такого, знаете, ощущения стянутости. Короче, я пошла кушать, потому что у нас уже время 22:40. Кто-то может сказать, слишком поздно для ужина, но кушать надо за 3 часа до сна, а я ложусь сейчас ночью, вот как бы и считаем. Ладно, это 2 часа получается. Знаете, вот что-то меняется, а что-то остается неизменным. Например, мои вечно лохматые волосы, то, что я ем. Яйцо пашот, мне кажется, я скоро буду состоять из помидоров, яиц пашот и вот этого всего прочего. То, что я постоянно пью воду. Теперь еще с железной трубочкой и витамины. Как я говорила, что-то меняется, а что-то остается неизменным. Я сегодня на ужин просто супер такой healthy. Яйцо пашот, филе куриное, также помидорки, болгарский перец и зелень. Хочу сказать то, что сюда бы еще идеально вписалась авокадо, потому что мне безумно нравится сочетание яйца пашот и авокадо, как и в целом филе куриного и авокадо. Но у меня уже по жирам достаточно много вышло, плюс у меня авокадо недоспелые. Если они не доспеют к завтрашнему утру, я буду очень злая. Поэтому я думаю заканчивать на этом этот прекрасный влог, на этом этапе. Часто, кстати, по-моему, мои влоги стали заканчиваться за тем, как я ем что-либо, заканчиваю влог, вот. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, я надеюсь, что оно для вас было каким-то интересным, познавательным, что-то новое для себя узнали или просто хорошо провели время со мной. Я не могу убрать из головы вот этот вайб питья из такого бокальчика супер Pinterest и железной металлической трубочки. Я буду кушать, потом я, скорее всего, буду монтировать вот этот тоже влог, чтобы он вышел как можно скорее. Что я снимаю 18 июня, а планирую выпустить я его 20 июня. Вот поэтому, да, большое спасибо за просмотр. Я вас всех люблю, всех целую. Мы увидимся уже очень скоро с вами в следующих видео. Пишите, кстати говоря, идеи для видео в комментариях. Поэтому, да,